Силовики расследуют ЧП со стрельбой. По версии следствия, все произошло в субботу вечером. Мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружили в маломерном судне «Виктория» в акватории Волги в районе Барбошиной поляны. Тогда он был еще жив. Он скончался, не приходя в сознание. Успели ли его госпитализировать, не сообщается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Просим очевидцев, свидетелей преступления, а также тех, кто видел в данном районе акватории реки Волга возможный конфликт, в том числе столкновение между двумя маломерными судами, обратиться в дежурную часть Средневолжского линейного управления внутренних дел на транспорте по следующим телефонам 333-79-42 и 303-36-82. Ставропольский район, трасса М5. Иномарка врезалась в дорожное ограждение. По данным ГИБДД, женщина за рулем Peugeot, двигаясь на большой скорости, не справилась с управлением. В результате легковушка буквально повисла на металлической конструкции. В аварии пострадало 2 человека, пассажиры авто. По факту ДТП проводится проверка. 134 преступления за выходные, главным образом кражи. Больше половины дел уже раскрыли. В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали мужчину. По версии следствия, он причастен к одной из схем наркотрафика. Внимание сотрудников уголовного розыска отдела МВД России по Ставропольскому району привлек мужчина, который, увидев стражи порядка, заметно ускорил шаг и попытался скрыться. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у него сверток с порошкообразным веществом, который находился в кармане спортивных брюк. Находку полицейские направили на исследование, по итогам которого было установлено, что в свертке находился героин массой 21 грамм. Сейчас идет следствие, подозреваемый уже дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». Если вину задержанного докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. За минувшие выходные в области 17 пожаров, из них 13 приходится на жилой сектор. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Вызов на ЧП в Ставропольский район поступил на пульт дежурного ночью в 2 часа 5 минут. На месте вызова горел дачный дом на общей площади 15 квадратных метров. К месту пожара прибыли 2 единицы основной пожарной техники, 7 человек личного состава. Пожар локализован в 2 часа 28 минут, ликвидирован в 2 часа 30 минут. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.